У Нефтехимика было численное превосходство в собственной зоне. Шаров на таком хорошем движении. Вошел за него и попал в девятку! 2-0! Чудо-бросок получился! Барулин не среагировал, но на такой бросок было очень тяжело среагировать. Давайте еще раз посмотрим. 86-й номер. Погнал вперед. Ни с кем не делился, потому что коридор у него был. И попал изумительно. Отличный бросок с кистей. И Шебу вылетело из-за спины Мерфи. Наверное, видел ее у Барулин, но все равно по такой шайбе было очень тяжело сыграть 30-му номеру Нефтехимика. И вот уже хорошее, солидное превосходство.